Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас я буду делать распаковку своего второго заказа из каталога 11 компании Oriflame. Очень хороший каталог, глаза разбегаются, и сейчас я вам расскажу, на что особенно нужно обратить внимание, потому что у меня как раз в заказе те продукты, которые я больше всего люблю. И себе я в запас еще взяла целых 10 штук масок для волос с манго. Ну, на самом деле это моя любимая теперь маска, и я делаю запасы, потому что я понимаю, что сейчас скажу срок годности какой у маски, до 23 года, до мая 23 года, поэтому я знаю, что маска не пропадет, и я ее, конечно же, использую, потому что она мне очень нравится, какой дает эффект для волос, и она подойдет для окрашенных волос, для сухих, для ломких, то есть все волосы, которые нуждаются в особенно тщательном уходе, вот я вам рекомендую эту масочку взять и попробовать. Кстати, мне этой маски хватает на 2 раза, очень большой объем в пакетике, а если волосы короткие, то и на 3-4 раза точно хватит, потому что маска очень концентрированная и чудесно питает волосы. Вот такая красавица. А как она пахнет! Ой, и мне нравится то, что даже когда уже голову помоешь, еще долго-долго от волос идет вот этот приятный аромат. То есть весь день я наслаждаюсь своими волосами. Под заказ у меня маска скраб для губ. Если вы еще не попробовали это чудо, то, конечно, очень много потеряли, потому что этот волшебный тюбик 15 миллилитров, его можно носить как скрабиком, то есть немножечко капельку помассировать на губах, вот это вот прелесть. А можно нести как маску, но вот честное слово, как маску у меня не получилось, нужно держать 15 минут, но она настолько вкусная, она на вкус сладенькая, у нее такой аромат, что просто на голодный желудок ни в коем случае не делайте эту маску, точно съедите свои губы, вернее оближите все губы, и ничего не останется. Расход у нее очень маленький, то есть одну капельку достаточно, чтобы промассировать губы. А скрабирующие частички как сахарок, они не грубые, не царапучие, очень приятно по губам они вот так перекатываются. И вот у меня возникло ощущение, что можно было бы, чтобы их даже больше было, но эффект все равно классный, губы становятся мягкие, мне кажется, они даже чуть-чуть пухлые, потому что идет какой-то эффект согревания, особенно в начале, когда наносишь эту маску, и ну, просто фантастическое ощущение, поэтому я всем рекомендую, мне вот начали заказывать, пока только 3 штучки у меня заказали, одну я себе взяла, но я думаю, что будут еще заказы. Так, заказала средство, вернее это под заказ средство смягчающее для губ с ароматом смородины. Но я думаю, про это средство не нужно рассказывать, его знают все. А главное, куда его можно использовать. Я максимально использую на всех сухих участках кожи, в первую очередь это кутикула и локти, очень люблю на губах, каждый вечер перед сном я наношу на губы обязательно, а бывает, что в течение дня я тоже пользуюсь этим средством, но так как у меня несколько бальзамов открыто одновременно, поэтому не постоянно им пользуюсь, зачастую просто мне удобнее помадой быстренько, ну, бальзамом в виде помады накрасить губы, но это средство просто супер, если сохнет кожа вокруг глаз, например, или на потертости на носике, болячки, то есть все можно этой смягчашечкой мазать, и будет очень комфортное ощущение. А еще пятки, то есть если есть проблемы, что пятки сухие, ну как бы очень, как бы кожа быстро нарастает и некомфортно, а то и трещины, то однозначно это средство вам поможет, оно очень очень хорошо питает кожу. Так, заказ 2 мыла, олива и алоэ. Кстати, один кусочек я сейчас тоже открыла у себя, как оно мне нравится, у нее такой натуральный, приятный такой вот зеленый аромат, мыло очень такое пенная, то есть такая пенка у него мягенькая-мягенькая, такая пушистенькая, и руки не сушат, очень приятно, это не крем-мыло, но руки не сушат. Так, далее, так как я заказ делала на 2 номер, на котором я тоже выполнила акцию прошлого каталога «Жаркие скидки», я в своем первом заказе взяла набор Giordani, а сейчас я взяла набор, как же он называется, первый набор, какой-то цветочный, не помню название, вот все вот это вот 3 продукта стоит всего 183 рубля или 189, но это просто
очень приятная цена. Смягчающее средство с эквадорской розой, и два цветочных продукта: крем для душа и крем для рук. Красивый дизайн, шикарный подарок будет, и я или подарю, или себе оставлю, или даже продам. Ну, то есть я предложу, конечно, клиентам, если будут желающие, конечно, я продам, ну и цена будет, естественно, подороже. Сами понимаете, что это как бы цена для нас по акции, поэтому я всегда говорю: участвуйте в акциях, это очень выгодное предложение, и даже если вам не нужна эта продукция, вы всегда ее можете подарить. Когда мы дарим продукцию, то мы рекламируем свой интернет-магазин. Люди, попробовав что-то один раз, хотят это еще раз повторить, потому что вероятность того, что понравится, практически 100%. И я так очень много приучала к нашей продукции своих подруг, которые немного скептически относились к Oriflame. Я им просто дарила продукцию, которую вот я сама подбирала, зная, что вот это точно понравится, это подойдет, это вот решит вот эту потребность, это вот это. И у меня стали девчонки заказывать, то есть вовлеклись через тестирование. Поэтому всегда дарите смело, знаете, что это поможет и человеку, и вам будет тоже хорошо. Так, еще один заказик на Giordani Gold Essence. Кстати, те прошлые, которые я заказывала, я продала, и вот еще один заказали. 8 миллилитров роскоши, обожаю этот аромат и его всем рекомендую. Мало того, что он удобен 8 миллилитров носить с собой, то есть это практически невесомый флакончик, который поместится даже в самой маленькой сумочке. И это нужно для женщины — чувствовать себя вкусной, да, шикарной. Капелька аромата сразу меняет и настроение, и отношение к ситуации. Порой даже так бывает. Поэтому рекомендую сейчас посмотреть. В каталоге три аромата представлены, одни из самых лучших, которые есть в Oriflame. Поэтому рекламируйте, рекомендуйте и себе тоже заказывайте. У меня два скраба, я забыла. Два заказали. Но я уже про него рассказала, но только сейчас заметила, что их два. Так, еще под заказ помада из серии The One. Я не помню, какая именно помада, открывать я не буду, будем открывать при клиентке вместе. Смотрите, что важно: когда вы приносите заказ, сделайте так, чтобы клиентка открыла при вас, потому что если вдруг попадется брак, такое бывает очень редко, но вдруг вот такое случится, чтобы это было при вас, вы увидели сами, что действительно что-то, да, не то, и могли сразу забрать продукт и оформить претензию, чтобы вам поменяли на качественный. Поэтому открывайте при клиенте, тогда будет все супер. Так, далее заказали крем для ног — тыквенный пирог. Кстати, сейчас сама пользуюсь этим кремом, он такой жирненький, питательный, очень вкусно пахнет, только я не чувствую тыквы абсолютно, я чувствую аромат апельсина. Вот если вы пользуетесь таким же кремом, напишите, что вы чувствуете, мне так интересно, то ли у меня что-то со вкусом поменялось. Но я просто чувствую апельсины. Я наношу, кстати, когда наношу на ноги, я и руки зачастую им же мажу, мне так нравится, как пахнет, и кожа рук тоже питается очень хорошо. Так, заказ на тушь. Тушь из серии Giordani Gold, ее код 32079, то есть это тушь с пушистой кисточкой. Тоже открывать не буду, потому что вы знаете, что если продукцию открыли, распечатали, то ее нужно использовать через то количество времени, которое указано на упаковке. Нарисована баночка с приоткрытой крышечкой, то есть вы найдете такой малюсенький значочек, вот он здесь вот с краю. И если там написана цифра 6, значит, в течение 6 месяцев с момента, когда вы открыли, надо использовать. Если написано 12, значит, в течение 12 месяцев. Например, на креме для душа написано 12, тут в уголочке. То есть это тоже важно, если вы любите полазить по коробочкам, то помните, что открывается срок годности уже другой. То есть если мы знаем, например, что срок годности продукции 3 года, но с момента открытия именно столько, сколько указано на этой крышечке. Так, что еще здесь у меня? Так, заказали два дезодоранта, они идут по акции.
Мне кажется, да, акция уже закончилась, вот успели два, просили все три, но третьего уже не было на складе, поэтому только два. Ну хорошо, хоть два, на них была очень выгодная цена, классное предложение. В чем хороши дезодоранты? Во-первых, кто-то любит более легкие ароматы, во-вторых, дезодорант легенький, его тоже с собой можно носить, а в-третьих, если вы, например, любите аромат Love Potion, нанесли Love Potion, а на тело нанесли дезодорант, то есть будет один и тот же аромат от всего тела, поэтому усилится стойкость аромата, будет красивее звучать аромат, более объемный, потому что он от всего тела исходит, не только от тех мест, куда мы нанесли пшик-пшик, например, и вот сюда, а дезодорант же вы на тело будете распылять после душа, и вот это будет такая картинка красивая в аромате, просто супер. Так, сейчас просто чудесное предложение на вот эти гели для душа, серия Discover, Камчатка, неизведанная, очень вкусный аромат, популярный гель, шикарный в плане того, что он очень концентрированный, его надолго хватает, он круто пенится, у него стойкий приятный аромат, и здесь 400 миллилитров, и цена каталога, по-моему, всего 159 рублей. Конечно же, всегда когда мы работаем с клиентами, мы обращаем внимание на объем, потому что порой люди говорят: ой, да у вас все дорого. И я сразу открываю каталог, говорю: а что вы любите? Например, человек говорит: гель для душа. Я такая: фу, 250 миллилитров 169 рублей, а 400 миллилитров 159. Выгодно? Выгодно. Берем? Берем. Сколько вам? 2 или 3? Человек говорит: давайте 2. То есть вот таким образом сделали покупку на 2 геля. То есть запомните эту схему. Во-первых, спрашиваете, почему отказывается человек, он говорит: мне дорого, а что вы любите покупать, например, что бы вам вот сейчас в ближайшее время было нужно, и сразу вспоминаете, что сейчас в каталоге актуальное по выгодным ценам. У нас всегда в каждой группе товаров есть что-то супер просто предложение, от которого невозможно отказаться, и вы человеку показываете выгодный вариант, сравниваете по весу, по цене и задаете вопрос: вам сколько, 2 или 3 завернуть? Все, человек говорит: ну, выберет то, что ему нужно. Обязательно дайте человеку возможность выбирать. Себе взяла 3-ю пачку, то есть теперь я собрала 3 пачки у меня, и я начинаю терапию для волос, нутрикомплекс, нужно пропить 3-4 пачки, чтобы был эффект. Пить желательно 2 в день витаминки, или во время еды, или сразу после еды, тогда будет классный эффект. Хочу отрастить длинные волосы, чтобы косы были до пояса. И последний продукт показываю, тоже себе заказала, заказала из каталога Выгода Плюс. Я, конечно, всегда говорю, что ой, все, мне хватит, мне всего хватит, у меня всего так много, но иногда не могу, конечно, отказаться. Иногда что-то действительно очень нужно. У меня коллекция бижутерии большая, но иногда бывает такое, что, ну, например, от белого цвета в коллекции у меня нет, от слова прям вот, ну, практически совсем, только жемчуг. Поэтому когда я впервые увидела вот эти серьги, они мне сразу запали в душу, и я подумала, что когда-нибудь они будут по выгодной цене, я их возьму. И они сейчас действительно в каталоге Выгода Плюс. Если вы делаете заказ от 100 баллов, то вам доступен этот каталог, то есть вы должны были в прошлом периоде сделать суммарно 100 баллов, тогда в следующем вам открывается со второй недели каталога доступ. Вот я взяла себе вот эти серьги, мне кажется, они мне будут очень классно и подходить под многие вещи. Так что ждите скоро видео, буду в новых образах выступать довольная. Вот. Спасибо вам огромное за внимание, надеюсь, мои рекомендации и советы вам помогают, и у вас растет клиентская база именно благодарных клиентов, потому что если вы с заботой относитесь к людям, то они будут у вас всегда приобретать. Расскажу вам еще на десерт одну историю, как я получила клиентку. Вот смотрите, я разношу каталоги рядом с домом, ну какое-то время я не относила каталог в одно место, вот недавно зашла, и женщина мне говорит: а я видела этот каталог, мне приносили. Я говорю: а вы что-то с него заказывали? Она говорит: да что-то как-то нет, что-то, говорит, мне принесли и не вернулись за каталогом.
Я говорю, отлично, посмотрите, может быть, как раз сейчас что-то вам нужно, а я буду через 3 дня отправлять заказ. Я зашла к клиентке, она мне сразу сделала заказ. Кстати, вот она гели заказала и тушь. И я ей сказала такую фразу, что я всегда рядом. Вот мой телефон, сохраните его себе. Если вам что-то нужно, просто позвоните, я живу в доме напротив, я приду к вам в любой момент. И я ей сделала подарок. То есть она мне сразу сделала покупку из того, что у меня было, и я ей подарила кусочек мыла. Знаете, я не ожидала, как она просто просияла. Я ей сказала, я всегда балую своих клиентов, так что давайте дружить. Так что, ребят, смотрите, что нужно для того, чтобы клиент стал вашим любимым, любящим. Просто заботьтесь о клиенте, будьте всегда рядом и делайте людей немного счастливее с помощью подарков. И не делайте скидки, потому что скидки унижают. Унижают ваш труд, обесценивают продукцию. У людей остается впечатление, что вам лишь бы продать за любую цену, за 3 копейки. И, конечно, будут относиться соответственно. Не будет вот этого ценности, любви, вот уважения. А это просто необходимо для того, чтобы человек хотел пользоваться этой продукцией. Я вам всем желаю успехов, классных клиентов, больших заказов и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.